удовольствием отвечу вообще на все вопросы. Надеюсь, времени у нас хватит. Ну, это то, что касается пожаров, да, пожары, ну, мы еще об этом поговорим. Ребят, ну, какие еще самые распространенные стихийные бедствия могут произойти, например, у нас, на Крымском полуострове? Землетрясение. Землетрясение, да, совершенно верно. Наводнение. Наводнение, да. Цунами. Цунами нет. Цунами вряд ли, наводнение, землетрясение. Ураган, да, сильный. Ураган – это сила ветра более 10 метров в секунду. А смерч, торнадо – это уже более 100 метров в секунду. Да? Ну что еще? Север у нас, да? Кто помнит там север, да, так сказать? Основные причины пожара. Без присмотра оставлен электроприбор. Пошло еще. Не затушим костер в лесу. Да, не слушаю, да. Неосторожное обращение с огнем. Да, это одно из самых распространенных. Ну, какие? Что еще? Электрическое замыкание. Искра, чего искра? Спина. А спички есть у нас? А, нет. Хорошо? Ребят, дома, если у вас лежит недушитель, чем вы тушите? Допустим, у вас водой. Разом. Да, водой, это понятно, самое распространенное. Да? А если согрелся, допустим, электрочайник, водой можете? Полотно. Полотно. Да. Водой его тушить нельзя, почему не загореется? Потому что замыкание, и все больше загореется. Под напряжением находится, да? И что случится с напряжением? Может, она и тушит, да? Рядом! 39-я, 38-я, 37-я! Вот вы!